Чем город занимается? Да здесь и депо есть. Нет, я имею в виду промышленность какая-то. Нет ничего. Да здесь депо... Градообразующие предприятия. Машинисты, дорожники, нефтяники, все здесь есть. И золото. Там чуть подальше здесь срок есть. Золотообразующие. Добывают, да? Два или три пруда есть здесь. Чуть далеко, километров 10-15. Пруды это купаются? Или рыба там разводят? Золото. А, родники. Родник, да. Время часов, наверное, 7 утра. Так. Спит там вторая, наверное, если 2 часа, 8 часов. 8, почему даже тоже нет, уже должен здесь. Там внизу, это... Там нижний поселок, это верхний, там центральная больница. Я вот здесь наш питак билет, там 5 лет танцевал. Армянский питак. Дангачи. Почти на каждой станции паровозы такие стоят, памятники. Есть красота.
Красноярска, по-моему, на поезде возвращался. Корейцы, японцы ехали в поезде, туристы фотографировались возле этих вот станции с левой стороны. Это депо. Депо это? Со дня образования локомотивного депо. Ну, в общем, городу 100 лет получается. Много. Карьера камни.
Проезжаешь над ручей, написана табличка. Ручей золотой, ручей медный. Сегодня, наверное, будем уже в Иркутске. Не будем. Не будем сегодня в Иркутске. Сегодня. Под утром только будем читать. На утро. Завтра, может, вечером будем. Завтра. Завтра вечером. Я думаю. Мне так кажется. Сейчас. Ну сейчас надо тут я спросить. Блин.
час, да? Ну, через 7 часов будет длинная остановка. Расстояние от Читы до Хабаровска больше 2000 километров. И вот эти смены часовых поясов, крыша вообще этот сносит. Как-то сориентироваться, где находишься, что.
8 часов. Сковородина. А, сковородка? Только сковородка будет? Ё-моё. Просто на карте я представляю, где это находится. На сковородину, по-моему. Так, за сковородину потом будет у нас Ядрина, Семиозерный, Могуча, Чернышевск, Чечта. Почему я запомнил Ядрина? Ехал года 3-4 тому назад на машине, смотрю, авария. Минивэн валяется в кувейте, перевернутый. Наша шахта на противоположной стороне, поперек дороги стоит. Остановился тут, спрашиваю, помощь нужна, нет. Молодой парень, да нет, ведь не нужно. Тут что случилось? Он ехал в сторону, ну, в ту сторону Могучи, скажем так, в ту сторону, на восток. Видит с левой стороны заправка. Он решил этот повернуть на заправку. В этот момент его по встречке стал обгонять этот минивэн. Китаец за рулем был. А, понятно. Я у парня спрашиваю, ну тут цел, да, говорит, цел, все. Я говорю, ГАИ вызвать? Нет, говорит, не надо, не знаю, говорит, что делать. Оказывается, он ехал там дальше, в следующей деревне, типа кафе. Они сидели всю ночь, бухали. Да, он забыл документы в кафе и утром решил поехать документы забрать с похмелья. Mm-hmm. Без документов. Я говорю, о, самый кайф. В гаишнике принял то, что нужно для них. Без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Ну, он, правда, не нарушал. Виноват был этот китаец. Ну, все равно. Ну, да. Документы нет, это ничего. А это берега из-за полигона. Ну, он что может в такой ситуации сделать? Там друга вызвать, у которого есть права. Да. Вот, оставить друга трезво. Ну, а кто там трезво был, если все бухали? Я этот видео сделал. Он говорит, как будет называться? Я говорю, ДТП возле поселка Ядрина. Давай посмотрю, говорит, сам на себя. Интервью дал короткое. Вот, интересно посмотреть на себя в Ютубе. Ну, смотри. Вообще. Ну, от
17400 километров ровно из нашего дома или до сюда. Сколько дней ушло на это? 6,5. Сколько дней? 6,5. 6,5? Да. Так, теперь посчитаем. Сколько часов двигался в сутки? Да, я почти не спал. Я в Чите в обед. Нет, я хотел посчитать, с какой скорости. Минимум 200. Я не там поставил. Не, ну это когда было? Года 3 назад? Да, да. Ну тогда еще этот трассу строили. Да. Ну так, там не так хорошо. Из Читы. Вот я о чем и говорю. И со скоростью 200 по такой дороге? Я. Значит, на отдельных участках ехал 250. Нет, вот папа даже, если он говорит, что я хороший водитель, это только он говорит, что ты не только машину видишь. Я здесь в Чите стою, с другом, а здесь девушки жили. 5 лет мы с девушкой жили. Слишком большая скорость, тем более вот Сербантин, этот перевал от Иркутска до Байкала, вот там тоже разгоняться 200 километров. Это поворот, не заезжаешь в Читу, а так не надо? Объездной, да. Да, это подъем, да, подъем? Да, сделали. Знаете, да, это перекресток. Центральная дорога. Да не, ну а как же этот съезд, да? Прямо идешь, да, Чита, да, да, налево, и направо, подъем. Направо. Да, направо. Подъем направо и пошел на объездную в сторону. Там гаишники стояли. У меня машина была, все окна черные. Он не вырубится, нет? А то этот были случаи, когда ноутбук включали на зарядку, этот вырубалась система. Там на слабенько влияет. Не, ну и просто я следил, не говорю. Что вырубается вообще вся сеть. Да. Попробуем давать. Потом попросим ее включить, если что. Да, я не попрошу. Что-то настроение плохое. Да, нормально. Mm-hmm.
Thank you.